России национальная идея нужна как никогда сегодня. Конечно, за Бога царя Отечества это присутствие тоже хорошее, но все-таки это уже ушло в прошлое. Я думаю, что сегодня национальная идея должна быть коммунизм без коммунизма, как было при советской власти. Там были замечательные понятия, замечательные отношения. Вот, используя сегодняшний опыт этих 25 лет после перестройки, нужно возобновить самое лучшее, восстановить и дать людям уважение к своей нации, к своей стране, к своим традициям. Если это будет, то люди будут патриотами, и никто не будет уезжать, а все будут дорожить этой частью суши, и уезжая ненадолго, будут скучать по ней, что, в общем, должно быть. Поэтому национальная идея сегодня нужна как никогда.